Баскетбол – це командна гра. Але попри те, що над перемогою працюють усі 12 гравців, існують у ньому і персональні нагороди. Вони вручались і вручаються по сей день за різні заслуги. Да? І самому результативному, і самому лучшому борцу за відскочивши м'ячі, тому, хто дає більше всього передач. Є такі, які, ну, кожна ліга вважає там свої рекорди, допустим, да, хто скільки більше всього набрав за свою кар'єру, хто більше зіграв. Серед усіх особистих нагород яскраво виокремлюється одна, здобути котру надзвичайно складно і дуже престижно. Заслуговують її гравці, для котрих загальнокомандний результат завжди на першому плані. MVP, Most Valuable Player, означає немножко не то, что часто думают. Но всегда, все, когда следят о чемпионате, о турнире, всегда все в первую очередь смотрят, кто сколько забил, значит, на самого результативного игрока. Но когда определяется приз самого ценного, самого полезного игрока, тогда во внимание, конечно, берутся и другие аспекты баскетбола. Так как он сыграл в защите, как он был полезен команде и там по передачам результативным, по каким-то лидерским свойствам, насколько он помог и насколько он был влиятелен при построении командной игры. Этот человек, ну, не должен никогда опускать руки, а должен биться, да, за победу и вести за собой команду. Это игрок, который, в общем-то, имеет лидерские качества и который своей игрой приводит команду к победе. Это обычно игроки, которые, в общем-то, делают яркие и делают вокруг себя средних игроков звездами, а звезд суперзвездами. Вот такие игроки обычно получают MVP во всей истории баскетбола. Суперліга цього року вже втретє в своїй історії визначатиме найціннішого гравця чемпіонату. У нас в Суперлиге клубы голосуют за тех кандидатов на эту позицию. И часто мнения, конечно, расходятся, но я думаю, что все-таки в большинстве случаев объективно оценивается вклад вот именно создания и вот коллективной игры. Мы не делаем список для выбора, как говорится, так как, ну, фамилии известны всех игроков, участников, прекрасно клубы друг друга знают. Это уже дело каждого клуба, кого он посчитает. Ну, понятно, они не могут голосовать за своих. То есть они предлагают вот кандидатури на лучшие какие-то позиции из других клубов. Володарем першого титулу MVP Суперліги у сезоні 2009-2010 років став Чарльз Томас, котрий самовідданою грою допоміг Ферро за НТУ здобути кубок Суперліги і бронзові нагороди чемпіонату. Все, що я робив, це лише грав на команду, не думаючи про власний успіх. Напевно, завдяки цьому і склався подібний результат. Минулого року володарем престижного трофею став Рамел Каррі, тоді ще в складі маріупольського «Азовмашу». Запорукою мого минулорічного успіху було те, що я добре адаптувався та чітко розумів свою роль у команді. Один за всіх та всі за одного – справжній принцип командної гри, котрою і є баскетбол. То чи варто виокремлювати гравців персональними нагородами такого рівня? Думаю, стоит, потому что все равно ж войну выигрывает какая-то страна, да, но медалями, орденами награждают и генералов, и офицеров, и рядовых. Так что я думаю, что и здесь тоже. Конечно, нужно, потому что игра-то командная, но в самые напряженные моменты результат решает личность. Я думаю, по этому принципу да, и это стимулирует игроков именно как бы эти качества все воспитывать, которые, в общем-то, дают возможность в конечном итоге получения MVP, а MVP определяет лидера, который именно как раз и поднимает команду. Поднимает команду, делает ее победителем и делает своих партнеров лучше, а партнеры делают его лучше. Чемпіонат Суперліги сезону 2011-2012 – найнапруженіший і найцікавіший за трирічну історію турніру. Справжня боротьба точиться в кожному матчі. Раз по раз аутсайдери феєрично долають фаворитів. З'являються вражаючі рекорди і, звісно, нові герої. Претендента на титул найкориснішого гравця чемпіонату у своєму складі має чи не кожен клуб Суперліги. Тож, хто стане MVP цього разу?
Но у нас сильный чемпионат, и есть ряд сильных игроков, которые действительно достойны получить звание MVP. Ну, я думаю, претендентов много, но мне кажется, это мое личное мнение, что это должен быть игрок из команды, который выиграет чемпионат. Ну, я бы назвал, но я не хочу, как говорится, своим мнением подсказывать. Пусть клубы определяют сами. А мы, как Суперлига, ну, один голос от себя, наверное, дискутируем с коллегами, и один голос тоже в эту общую, в эту урну бросим.